Дружба? Он летит прямиком из Пьемонт. Скажи, о боги, за что вы меня покарали? Что ты хочешь? Апельсин. Апельсин? Вау, Шастик разговаривает? Конечно, как все твои игрушки. Слова знаешь, расскажи. Безысходность. Привет, Петрович. Здорово. А вот еще интересный факт. Запираются дома и жалеют себя. Че ты несешь? Ты себя в зеркало видел? Ты же настоящий аллигатор, страшный, злющий, готовый всех сожрать. А сейчас что, сел и лапки сложил, да? А ну-ка поднимай свою пятую точку, быстро за мной. А толку-то поднимать? Что могут сделать двое стариков? Во-первых, кто сказал, что мы старики? И во-вторых, с чего ты решил, что нас двое, а? О! И вы здесь? Я 20 лет в этом дендрарии работаю, она собралась меня увольнять. Так кто она такая вообще? Правильно. Как говорится, один за всех, и все за одного. Прям как три мушкетера. Да. Точнее, две мушкетерки и три мушкетера. Да. Не, ну это пять мушкетеров получается. Так. Только вот вопрос. Как к ней пробраться? Он сейчас ее быстро прогнул. Надеюсь, вы меня узнали. Нет. Я директор дендрария. У меня доставка для вашей хозяйки. Вас не предупреждали? Потому что о таком лишний раз не болтают, как и о жирафе и панде, которые проживают тут незаконно. А что у вас там? Наиречайшее растение из Красной книги. Что за растение? Эквус троянус. Цветок с невероятно мощной корневой системой. Стоимость 1 000 000. Сажать нужно сегодня. Хотите, чтобы завял? Геннадий, проезжайте! А вы сейчас подпишите все эти негодные. Я думал, я не выдержу. А где Наталья Николаевна? Она там осталась, чтобы охрану задержать. Задержать? Нам как мушкетерах. Все, пошли, пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто такие? Волонтеры. А как сюда попали? Так, как надо, так и попали. Будьте здоровья, каналья. Как ты меня назвал? Мушкетеры. Ну, разберусь. Вот для чего я столько лет тренировалась. Я прошу прощения. Ждите. Господи, я задушу тебя. Никто с вами драться не будет. Мы полицию вызвали. Так, батя, нужен тебе сюда.
Мама, а почему мой друг Олег? Понимаешь, Гриш, он же не принадлежит никому. Поэтому может жить там, где хочет. Это самое какого? Танюша, давай я. Пожалуйста. Григорий, значит, послушай меня. Дело в том, что твой дед, ну, чтобы спасти наш магазин, нас всех, он отдал нашего хухлика вот этой вот нехорошей женщине. Понял? Сейчас я уложу все. Миша! Таня! Ты что делаешь? Хочу тебя освободить. Ты же не собака, чтобы сидеть на привязи. Это не по-человечески. А я не хочу быть человеком. Люди злые. Лучше я буду просто игрушкой. Прости. Вот так. У плохих поступков не бывает оправдания. Но... причины. Так, ребят, поторапливаемся.